Садовый прудик должен состоять из трех террас. Первая – на 40, максимум 60 сантиметров. На мелководье можно посадить аир, ирис, вахту трехлистную, стрелолист и рогоз. Вторая – на 80-90 сантиметров. Предназначена в первую очередь для кувшинок. Там они и будут зимовать. Третья – метр, метр 20. Самая глубокая часть для водорослей и рыб.